такой Данила Грин? Настоящий цыганская хорошая история. Прям. Я считаю, что бодрый гражданский журналист. Амбассадор Ярослав. Да. Ярослав. Значит, амбассадор, в моем понимании, как раз место. Ага. Итак, это тот человек, который в хорошем свете да. рассказывает о бренде, о продукте, о транспорте. И я же понимаю, что ты действительно не только рассказываешь, Ярослав, ага. но еще очень хорошо его и критикуешь. Естественно, и критика, и то, что сделал. Вот мама хорошая, и так далее. Мама, безусловно, мама хорошая. А мама говорит, иногда, что неправильно делаешь. Естественно. Учит жизнь. Естественно. Учит жизнь. Ну, меня очень сильно впечатлил. Ну, и выставил прямо на всю Россию, что Ярославская область действительно интересна. И мне это очень важно. Чем больше денег остается в Ярославской области, тем лучше у нас будет мой подарок городу Ярославлю. Вот сейчас у нас назначена встреча с Артем Владимировичем Молчановым, с нашим, потому что реализовать малые архитектурные формы.